спортивном зале 4-й гимназии яблоку негде было упасть. Все школы города представили свои команды на состязании. Как оказалось, в Одинцово спортивных семей очень много. Организаторы не ожидали такого количества участников. Я преследую цель воспитывать человека в спорте как самой сложной профессии быть человеком. В каждой команде два человека – взрослый и ребенок. Одинаковые условия прохождения состязаний как для мальчиков, так и для девочек. Это были даже не соревнования, а семейный праздник, где нет проигравших. Это очень необходимо, это сплочает коллектив, сплочает семьи. Да, Сань? Вот, мы довольны. Да, Саш, ты довольна? Ты рада? Да. Она только что прошла все. Она молодец. Мне нравится, я люблю участвовать в таких соревнованиях. Уже участвую второй раз. Чем нравится? Ну, интересно. Занятия спортом для нашей семьи – это очень важный вопрос, потому что спорт, он помогает не только для физического состояния, но и для духовного, для вообще для общего состояния и для семейных традиций. То есть это очень хорошее занятие, спорт. Это одно из важных занятий, ну, что может быть только. Организаторы подготовили непростые испытания для команд. Чтобы с ними справиться, нужна хорошая физическая форма, которую продемонстрировали спортсмены. Состязания между семьями станут традицией, считают организаторы. Только для их проведения нужен не школьный зал, а большая спортивная арена. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».